сегодня первый день испытаний. Попробуем, на что способен сей монстр. Заведется ли? Безопасность на первом месте. Так, ну, сейчас. Главное, эффектно. У него сгромоздится. Сказать по ощущениям, конечно, все 5 звезд. Ой, а этот, кстати, чувак, засними его, как он же летит на этом, блин, на виду, на дельтаплане. Да, так не одни мы здесь. Молодцом, сегодня. Да, охренеть. Но что-то у него с мотором. Да, конечно, а что. Ничего себе, думал. А ну-ка, так. Прикольно. Отлично. Я больше не вижу. А, все, он свалил. Так, ладно. Вернемся ко мне, то что. Вернемся к тебе. Да. Уменьшим твою. Во-первых, так. По ощущениям, конечно, управляемость на 5 с плюсом. Не знаю как, может потому что он высокий и узкий, но при повороте руля очень легко, очень вот, просто разворачивается. Будто на месте. Гораздо лучше. 2-3 раза лучше, чем... О, как он ее за попку подержал. Так, ты не отвлекайся. Вот. 2-3 раза лучше, чем Yamaha. 100%. Вот. Это, конечно, колесная база все равно у него длинная. А тот у тебя Yamaha, да? Ага. Вот. Подвеска супер. Претензий нет. Там вот немножко кочки видно. Угу. Он просто... Ничего не заметил. Как... Да, как... Покладная, не знаю, как... Покладка зеркальная поверхность. То есть, ну опять же, для моего веса, конечно, вот верным образом настроенная подвеска еще у дилера. Вот. Ну и в качестве мощности, конечно, ощущение тут. Что может быть лучше, чем. То есть два горшка, в общем, не облажались. Да, да, да. Ну а что, двигатель 1.3. Дали свое. Конечно. Тут вот уже такой вот прям первый. Ну там-то 4. Да, так что, ну, как-то так, я бы сказал, конечно, ощущения симпатичные. Ну, что, я бы сказал, ничего, такой симпатичный мотик. Ну да, что касается внешнего, это, конечно, вот, все индивидуально, можешь высказать свое мнение. А так? Симпотный мотик. Смотри, какая обтекаемая фара, вот, конечно, щитка, который бы закрывал доску приборов. Нет, но если ее удалить в целом, если это возможно, конечно. Да, возможно. Давай, ну, я наверное, наверное, удалю. Возможно. Да, вот это. Вот ногой. Это. Ага. Ну, по крайней мере, лампочку тоже точно могу ногой удалить. Ну, какой-то такой мягкий и мощный монстр. Я бы не сказал, что он гоночный. Вот, но очень родственный в плане. Вот это место похоже как у велосипеда.
Цепочечка, да. А у тебя цепь не сваливается, не? Как на великах бывает, ты знаешь? Шо? Он же новый, ё. А на мотиках бывает, что цепь соскакивает? Ну, если ее не заклепать, не нужно, можно. Ну, что, хватит, в принципе. Ладно. А, вот глушитель. Ага.